Всем привет! С вами Ростиксон. Супер крутое видео, в котором вы узнаете о бирже BigOne, фьючерсной торговле и о двух конкурсах. Один эксклюзивный для моего канала, второй для всех пользователей биржи. А самое главное, вы можете участвовать в обоих конкурсах. Подробности конкурсов скоро расскажу. Начинаем! Биржа BigOne основана в 2017 году в Сингапуре. Сейчас биржа входит в топ-50 бирж CoinMarketCap. А дневные торговые объемы превышают 600 миллионов долларов и более 190 торгующихся монет. Биржа ни разу не взламывалась и имеет одни из самых низких комиссий на рынке – 0,2% для сделок. А снизить торговый процент можно с помощью программы лояльности, повышая торговый объем сделок и держа на аккаунте нативный токен One. Теперь о эксклюзивном розыгрыше 50 долларов в токенах One. Нужно поставить лайк, оставить комментарий, вступить в мой телеграм-канал, где я и назрачу время, в которое одним дублем определю победителей, и в телеграм-чат биржи, где вам всегда ответят на ваши вопросы. И обязательно повторяю, поделиться видео в любых социальных сетях, если у вас больше 10 подписчиков. Буду это проверять. Зато конкуренции будет гораздо меньше. Итак, аж 10 рандомных комментаторов выиграют по 5 долларов в токенах One. Дальше видео расскажу о другом конкурсе, который для всех участников биржи, и где призы гораздо выше. Сейчас будет краткий и понятный гайд по фьючерсам и контрактам на бирже BigOne. Бессрочный контракт – это особый вид фьючерсов, у которого нет даты истечения срока действия. Для начала торговли бессрочными контрактами нужно перевести средства из спот-аккаунта на контрактный аккаунт. Сейчас я покажу, как это сделать. Нажимаем на активы и для перевода средств на контрактный счет нажимаем перечислить. Вводим необходимую сумму, которая снимется с счета фонда и перейдет на контрактный счет. Перечисляем, и средства переведутся без комиссии и мгновенно. Теперь, чтобы торговать контрактами, нажимаем на контракты и выбираем бессрочные фьючерсные контракты. Здесь есть 6 торговых пар. Торговля идет к контракту, и для разных торговых пар сумма торгового контракта отличается. Например, один контракт у биткоина стоит 45 долларов. Ну, то есть это минимальная сумма для открытия позиции. А у дота минимальный контракт стоит 30 долларов. И чтобы посмотреть детали про любой контракт, просто нажмите кнопку «Технические характеристики». На графике вы можете выбирать любой удобный one time frame. Также разберем плечи. У биткоина они доходят до 100, и от них зависит ваша прибыль и цена ликвидации. Например, вы вошли в лонг на 1000 долларов с плечом 10 при биткоине 50 тысяч долларов. Если курс биткоина вырастет на 1%, то ваша прибыль будет равна 10% или 100 долларам, а цена ликвидации будет равна 45 тысячам долларов. Это значит, что если биткоин упадет на 10% и ваше плечо умножится на ваши проценты, и когда убыток достигнет 100%, вы теряете свои деньги. Это и называется ликвидацией. Поэтому чем больше плечо, тем выше риск, но и возможная прибыль выше. Мы видим книгу ордеров. Зеленые – это те, кто снизу хотят купить, а сверху – красные – те, кто хотят продать. В соседнем столбике показывают последние ордера. Также у нас есть очень удобное поле для тех, кто открыл позицию, где показано, в какой паре вы открыли позицию, количество контрактов, цена входа, цена ликвидации и ваша прибыль. Так, шорт – это вы ставите на падение и получаете прибыль, если актив падает, и убыток при его росте. С лонгами же вы получаете прибыль, когда актив растет, а убыток, когда он падает. А процент прибыли или убытка умножается на выбранное плечо. Не стоит забывать и о ставке финансирования, которую можно увидеть в любой момент, и платится она каждые 8 часов. Теперь вы знаете многое для фьючерсов. Если что, задавайте вопросы в комментариях и в чате BigOne, где вам ответят крутые админы. А теперь самое интересное о конкурсе для всех пользователей биржи, кто торгует фьючерсами с 13 сентября до 17 сентября. Каждый, кто проторгует фьючерсами на любую сумму, разделит пул в 20 тысяч долларов между всеми участниками, но не менее 5 долларов. А также новые пользователи разделят пул в 30 тысяч долларов в зависимости от объема торгов. Но не забудьте заполнить форму в описании. Награды будут зачислены на ваш счет в течение недели, а участников мало, а призы большие, в сумме более 50 тысяч долларов. Обязательно участвуйте. Такие конкурсы редко где встретишь. А мне кажется, людей будет мало. Можно одновременно попроектироваться на фьючерсах, да еще и разделить пул в 50 тысяч долларов. Для новичков пул равен 30 тысяч долларов. Так что если вы не зарегистрированы, то регистрируйтесь. Призы очень щедрые. BigOne больше, чем безопасность активов. Все ссылки в описании. А теперь напомню, что 5 рандомных комментаторов выиграет по 10
10 долларов в токенах биржи. Но нужно вступить в телеграм-чат биржи и в мой телеграм-канал, где будут результаты розыгрыша. Всем спасибо за просмотр. Удачи, будьте аккуратны.